отзыв от Артема. Отвар для восстановления печени. Его нужно будет вечером пить где-то 3 недели. Приготовить отвар из корней лопуха, чайная ложка. Семена расторопши, чайная ложка. Грецкий лист, половина чайной ложки. Шиповник на усмотрение. Элеутерок. Кок, листву, 2 чайные ложки. На 20 минут заварить кипятком. Еще можно добавить цедру апельсина, который выжил до этого длительного приема 3 недели, не больше. После желательно сделать перерыв 2 недели и по новой. Это все брать не в аптеке, а в спецмагазинах. В аптеке можно взять порыша, он же горец птичий, и грамма 3 положить. Я для вкуса добавляю еще имбиря свежего, нарезаю 7-8 ломтиков. Больше туда ничего не надо.